Что ты там, подарки достаешь? Курить здесь нельзя, дядь Володь. А я не курю. Нам пизды дадут. А я не курю и не делаю. И выгонят с номеров. Не делаю. Пошли на улицу тогда покурим. Вот так, подожди. Надевай куртку, пошли на улицу, Иваныч. Здесь нельзя курить. Тут сразу срабатывают вот эти вот штуки. А, ты пересчет. Че почем? Зеленый в одну сторону, красный в другую сторону. Я понял. Деньги любят счет. Правильно, дядь Володь. Все, друзья, мы приземлились. Сейчас будем массу давить. Завтра хотим на Арбат прорвать, на новый, на старый. Завтра у нас поезд в 20:10 с Павелецкого вокзала. Желание у кого будет, приезжайте. Только приехали. Первый час ночи уже. Гонорары твои, да, Дедов? Я понимаю. Будь здоров. Колбасы, молбасы. Все как положено. Подарки. Вот такую медаль Ивановичу подарили. Она безномерная. Сказали, можно носить. Это на ВДНХ нам подписчики подарили. Владимир Иванович, точнее. Что ты там бубнишь? Давай вслух озвучивай, дядь Вов. Что, тебе помочь? А? Или ты сам? Давай помогу. Во. Сотки сразу, смотри. Опа. Полтинники в другую. 500 вот еще, гляди. Оп. Ага. А то ты долго будешь считать. Там спать уже надо ложиться. Ты до утра так считать будешь.
Хватит бубнить, ты громче говори. 11200 я слышу. 11300. Ага. 14 000. 15 000, Сань. 15 000? Сколько? 15 000. 15 000? 335. Все, прячь под подушку. Давай. И на массу давим. Душ не душ. Ложимся спать. Всем добра, друзья. Спокойной ночи. Едем дальше. Что будешь покупать? А, Иваныч, какие планы? Апельсинов, мандаринов и хурмы. Фрукты? Ага. Может, дома купим? А? Дома купим? Где? Здесь. Здесь? Ага. А, ну да, тут же другие. Правильно. Чё? Курить пойдем? Нет. Не? Ну все, тогда в массу давим. Всем спокойной ночи, друзья. Едем дальше.